Друзья, кто хочет посмотреть мои фотки и видосики в реальной жизни, заходите на мой инстаграм, ссылочка в описании. У нас уже 3000 подписчиков. Всем спасибо! И ей всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Бульбазавр, Сок Яблочный Фантом. Как всегда, отличнейшее настроение. Пацанчики, поздоровкайтесь. Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас карта Роблокс. И у Сереги день рождения. Можете в комментариях написать, как мы его все любим и поздравляем. Серега, с днюхой тебя. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Серега, этот монстр может прыгать, летать и мочить. Правильно? Да. Начинай. Покажи, на что ты способен. Мочи всех, но не меня. Настроение, как всегда, очень классно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. А ты что за мной ввязался? Я тебе не дамся. Пацаны, помогите. Где ты? Я иду за тобой, давай. Вон. Ребята, классно получается. Очень хорошо. Ну, не до конца. У кого-то что-то не хватает. Двойной прыжок решает очень сильно. Просто колоссально как. Пацаны, давайте, вы сможете. Я вас верю. Ах ты, бляйна. Блин, сказал. Тогда она не угорала, как сейчас. Я даже рада, что мы карту сменили, она такая очень оптимизированная и прикольная. Интереснее даже. Ну да. Карта, кстати, называется Roblox. Кто хочет, может в воркшопе вбить это название и найти. Только поставьте самый популярный, она будет на первом месте. Убила, убила, убила. Давай еще повыживаем, мне очень понравилось. Давай. А потом уже за монстра поиграю. Мочились подписчиков кого-то. А я знаю, что ты конкретно хотел меня убить. И у тебя получилось, хотя я очень старался, ну, уклоняться как-то. Давайте я добавлю больше возможностей. Смотри, ты сейчас будешь более, мне кажется, больше анимации на убийство будет у тебя. А ты можешь прям в небо полететь? О, да, кстати, нифига себе. Прыжок у тебя нормальный, двойной что ли? Руки свесил и летает. А, с этим не допрыгивает. Так, пацаны, я знаю, что тут можно заходить вовнутрь. Вот, например, сюда. И пошкериться тут. Тут очень хорошо, уютно. Убил. Бульбазавр. Бульбазавр, давай, бери себе. Бери себе это фонароголового. Мы очень редко их записываем. В принципе, просто на обзорах только показали. Помочи им. Только отключим, давай, чтобы он тебя не дамажил. То он тебя сразу замочит. Они еще те психи. О, кролика взял. О, за кролика, кстати, прикольно играть. Он, кстати, тоже, Серега, прыгает очень высоко. Ты видел? Смотри. А ну, королятина. Не, я выше прыгаю. Да, я знаю. Не болейте. Кто там кашляет? Выздоравливайте. Так, я думаю, я возьму Димаску и кого другого. А кого, например? Я знаю, кого ты взял. Так, дайте стоп-сон пропишу. Стой, заяц, не мочи. Все, я погнали, мочи. Зайца мне очень удобно играть. Поскакал, поскакал. Димас, я иду за тобой. Может, можно использовать револьвер хотя бы в голову тебе? Кстати, знаешь, что если буду Бенни Хоппи, ты меня не догонишь. Твоего бега недостаточно. Я застрял, Димас. В зайце, что ли? Я в батуте. Ой, блин, у меня заяц лупашит. Все, тебя вытащили. Нормале, нормале. Сережка, ну что ты, прекращай за мной ходить. Короче, давай, сейчас кто у меня убивает, я реально буду уже монстром. А мы еще пока не скачем. Эй, ты не можешь зайти высоко. А я могу, а я могу. Серега может. Ах ты, блин. Ты меня не догонишь никуда у жизни. Так куда ты там прыгаешь? Нет, я валю, я свалю. Я когда бы не хотел. Я тебе подзатыльника дам сейчас. Обманул? Я курицу взял. Ты когда бьешь, тебе надо остановиться. Блин, чуть тебя поцеловал у пузо. Давай, давай. Ой, что-то у меня жизнь не тратится.
А, это челик дамажит, когда ты его просто ставишь. Не надо его брать, так нечестно. Ударил я курицу. Бери другого, это дырявый челик плохой. Или я админским пистолетом буду убивать тогда. Так, я вижу, Серега очень хочет сильно убить, но у него не получается. Я сейчас позатыли-ка, да? Ты не сможешь никогда в жизни. Могу. Как? Смотри, если я могу тебя взять и перепрыгнуть. Вот как? Смотри, а когда я задом, ты не можешь меня догнать. Я уже выхватил тактику. Смотри, сейчас опять тебя перепрыгну. Ой, а кто меня сюда дамажил? Блин, дамажит кто-то, отвалите! Вы все вместе сговорились так нечестно. А я убегаю. Блин, летучая вонючая мышь, отвали. Как же они хотят меня убить? А не получается, потому что я профессиональный выживальщик. Отлично. Давай, я тебя на батуте жду, где ты? Вонючая курица, отвали! Ну ладно, 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 летучая мышь выиграла. Так, я хочу тоже за летучую мышь поиграть. Очень прикольный персонаж, мне нравится он. Курица нравится. Курица? Да, курица тоже. Так, ребята, давайте же попробуем, как оно управляется, это все дело. Так, это у нас мы переключили вид немножко, нет. У вас тоже камера как-то рахитна, да, здесь стоит на нем? Ага. Нет, нормально. А, это я с шифтом. Это я с пробелом. О, сиреноголовый. Это я. Так, давайте, кого мы еще не поймали? Я вижу. Да, вы меня уже третий убили, раз да? А, три раза. Тогда даже четыре. Всех это... нашли? Да, всех, походу. Да. О, давайте битву сделаем из цепишек, но? Давай. Ты готов, Сережка? Давай, я тебя буду мочить. Я тебя буду по башке, на голову тебе сейчас сяду. Мочите, мочите Серегу. Минус один. Да, Серега, я вижу сильнее, надо валить. Сыкло. Так я вижу, что силы неравны, ты ввел секретные какие-то пароли. О! Пошел в действие. Блин, он так странно управляется очень. Подождите, а что там наверху? Что там наверху? Что-то есть. Блин, меня отталкивает. Опа, заяц идет. Ну давай. Давай, драка зайца и летучей вонючей мыши. Давай, иди сюда. А, скучная драка, и я проиграл. Хорошо, давайте я еще какого-то монстра возьму. Кто у нас тут? А, вот этот жесткий челик, я его помню. Димас, вкусненький. Ну вот что, давайте, кто? Кто, ты? Я, заяц. Блин, да что вонючий заяц такой мощный? Да как-то изи совсем. Да вообще не изи. Пизи. Давай, я этот антилоп огна. Что у меня... А, это освещение карты. Краснокожая антилопа. Ну давай, заяц, иди сюда. Да ты смотри, он меня убивает и убивает. Это заяц реально какой-то, наверное, классный, да, пацаны? Да, изи. А вот теперь против моего давай. Да ты смотри, и этого убил. Да это прям какая-то битва вонючая, нечестно. Ой, это дамажит автоматически. Вот, 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 вот. Ого, он прыгает. А ну давай против меня. Где мой прицел? Ой, камера дергается. Где этот... Где этот вонючий заяц? Упал. Он съел этого здорового. Да смотри, и свинью вонючую съел. Так, так, пацаны, пацаны, кого же еще можно взять? Кого он не может убить? Ты вообще наглый, а ну иди сюда. Да не, неправда. Иди, иди. Слышь, а тебя что, убить не могу даже вонючим? Димас, тут, мне кажется, только одна вещь поможет. Нет, нет, Серега, подожди, я его хочу убить.
Что, чужого решил сесть? Нет. Сожрал, Серега. О, его? Да, давай. Я знаю, что ты хочешь. Давай, не взрывай. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Стой. Не взрывай. Я скажу Серега, когда взрывать. Пацаны, готовьте. Сейчас, если у вас залагает, я не виноват. Так бывает. Обстоятельства. Ладно, давайте сделаем. Нет, если не будут ходить, будет еще сильнее лагать. Давайте мы взорвем. Треноголовых. Они сюда эпично очень смотрятся. Только, Серега, их только наш колпак взрывает. А, сейчас, только один их берет. И это вроде пак Гренвич. Гренвич став, да, все остальные не берут их вообще. Так, давай мы еще поставим. И давайте еще поставим. О, фонароголовых. Вот это сирена. Все, давай, Серега, жахай. Воу, красиво. Ребята, это эпично. Это точно начало. Лайкосик. Это начало, да? Так, да. Меня не дамажит. Кто это ходит там? Чё-то слабо, Серега. Сирены идут, а ты ничего не делаешь. Взрыв слабенький. Ой, килл прописал, умный человек. Ой, вовремя я умер, чтобы это все наблюдать из центра событий. И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!